Здравствуйте, друзья! На канале ПАР вышло множество обзоров на разных аквариумных жителей. И это не только рыбки, но и улитки, креветки, крабы, раки и так далее. Каждый раз, когда выходит новое видео, я получаю от вас реакцию, которая заключается в просмотре видео, в комментариях и лайках. Иногда в комментариях вы пишете о том, что и у вас есть такая рыбка или улитка. И исходя из этой информации, я подготовил небольшой рейтинг из 15 самых популярных жителей аквариумов. Поехали! Пятнадцатое место в рейтинге занимает аксолотль. На мой взгляд, удивительное создание и просто чудо природы. Это личинка амбистомы, которая достигает половой зрелости и становится способной к размножению, не превратившись во взрослую форму, не претерпев так называемый метаморфоз. Интересен аксолотль и тем, что способен к регенерации тканей. Благодаря такой способности он стал очень популярным подопытным у многих ученых. Для нас, для аквариумистов, это просто милое создание, которое достаточно просто содержать в домашних условиях. За ним интересно наблюдать, но в уходе и содержании есть свои особенности, поэтому прежде чем его заводить, посмотрите видео на канале ПАР. Четырнадцатое место. Раки. Удивительно, но раки в аквариумистике с каждым годом становятся все более популярными. И не только в нашей стране, но и по всему миру. Сегодня уже трудно представить себе аквариумистику без участия раков. Учитывайте, что с рыбками хорошо уживаются только карликовые раки, а вот флоридские раки или раки яби достаточно агрессивно относятся к соседям. Лучшим вариантом для таких раков будет отдельный аквариум с множеством укрытий в виде нор. А самым популярным из раков, который чаще других встречается в домашних аквариумах, это мраморный рак. Наверное, это связано с тем, что данному виду не требуется создавать пару для размножения. Достаточно завести одного такого рака, и уже в скором времени вы будете искать место, куда пристроить малышей. Тринадцатое место по популярности занимает золотая рыбка-телескоп. Они бывают разных окрасов, но самая распространенная из них – телескоп черный. Непростая рыбка в содержании, особенно если учесть их выпуклые глаза. Дело в том, что зрение у телескопов слабое, невзирая на размер их глаз, но проблема, с которой сталкивается большинство аквариумистов – это потеря глаз у этих рыб. Причем выпуклые глаза могут быть не только откушены другими рыбками, но и просто во время плавания рыба-телескоп может задеть корягу или острый камень своим глазом, что в дальнейшем приводит к его полной потере. Двенадцатое место занимают улитки-ампулярии. Чудесные улитки, которые помогают чистить аквариум, подъедают оставшийся корм от рыб, да и просто радуют хозяина аквариума своим присутствием. Они достаточно легко размножаются без участия аквариумиста, а цена на таких улиток в зоомагазинах и аквасалонах невелика. Одиннадцатое место в рейтинге занимают красавцы лялиусы, поистине красивые рыбки. Размеры этой рыбы около 7 сантиметров. Покладистый мирный характер, что позволяет ее содержать с другими рыбками. Существует несколько окрасов, но стоит учитывать, что яркостью окраса обладают только самцы, а самки выглядят невзрачными, как и у многих других видов рыб. Единственный минус заключается в том, что эти рыбки достаточно мало живут, в среднем около 4 лет. Десятое место занимает сомпангасиус. Удивляет его популярность среди аквариумистов. Ведь размеры этой рыбы в живой природе около метра, а в аквариуме чуть меньше. Средний размер взрослой особи около 60 сантиметров. Но в магазинах вы увидите рыбку около 10 сантиметров. Это серая, неяркая рыба, но своим внешним видом напоминает настоящую акулу. Подходящим аквариумом будет размер в 400 литров.
На 9 место попали африканские цихлиды. И это неудивительно. Яркость окраса и их подвижность не могут оставить равнодушными любителей аквамира. Разноцветные африканские цихлиды достаточно доступны по цене и их легко найти практически в любом городе нашей необъятной страны. Легко размножаются в домашних условиях, обладают крепким здоровьем, что немаловажно для новичков в этом деле. Учитывайте, что растения с слабой корневой системой плохо уживаются с этими рыбками. Восьмое место достается цветной тетре. Аквариумисты-профессионалы терпеть не могут что-то искусственное в аквариумах. И это касается не только пластиковых растений и других украшений, но и крашеных рыб. Я достаточно ровно отношусь к таким рыбкам только из-за того, что современный мир меняется, и мы сегодня стоим на пороге этих глобальных новшеств. Конечно, это яркая рыбка и привлекает взгляд детей, но прежде чем ее заводить, хорошенько подумайте. А вот на 7 месте рейтинга твердо стоят пицилии. Свою популярность они завоевали очень давно. И сегодня, занимая 7 место, можно с уверенностью сказать, что это падение популярности. Ведь на смену им появилось множество других аквариумных рыб. Но как бы там ни было, они еще очень долго будут находиться в лидерах, ведь у этой рыбы еще очень много поклонников. 6 место досталось меченосцам, очень схожей рыбе с пицилиями. Что те, что другие, неприхотливы, радуют разнообразием цветов, мирным характером и простотой в содержании, кормлении и разведении. У многих хобби аквариумистика начинается именно с этой рыбы. На 5 место попали сиамские водорослееды. Это настоящие помощники в борьбе с водорослевыми обрастаниями. Однако, если в аквариуме есть мох, то могут полакомиться и им. К тому же, не стоит их содержать с рыбками, у которых вуалевые плавники. В остальном, этой рыбке нет равных. Продолжительность жизни до 10 лет при хороших условиях содержания, а максимальный размер не превышает 15 сантиметров. Четвертое место получил Acanthophthalmus culla. Интереснейший вьюн, с необычным окрасом и своим поведением. Большую часть времени проводит в грунте, подбирая пищу, которая попала между камней и недоступна другим рыбкам. Сложность содержания выражена в том, что Acanthophthalmus не имеет чешуи и плохо реагирует на применение химии в аквариуме. Вот мы и подобрались к тройке лидеров. Давайте же объявим трех самых популярных аквариумных жителей. Итак, 3 место занимают гурами. Очень подвижные рыбки из семейства лабиринтовых. Размер рыб достигает 15 сантиметров. Самыми популярными из гурами на сегодняшний день являются мраморный гурами и гурами жемчужный, хотя в нашей стране более 45 разновидностей этих рыб. Почетное 2 место, на удивление многим, в том числе и мне, досталось рыбий попугай. В природе такой рыбы не существует. Это чистой воды гибрид, искусственно созданный человеком. Если быть точнее, то селекционером является только Юго-Восточная Азия, которая тщательно скрывает, из каких именно рыб получаются эти попугаи. Скрывают для того, чтобы сохранить монополию на этот вид аквариумных рыбок. А между собой эти рыбки, увы, не размножаются. Ну и наконец-то 1 место, которое достается... Подумайте, кому прежде, чем я назову победителя, и напишите в комментариях, угадали вы или нет. 1 место по популярности достается рыбкам гуппи. Удивительно ли это? Думаю, нет. Наверное, у каждого аквариумиста были эти рыбки, а если еще нет, подождите, значит, у вас все еще впереди.
На канале есть видео, которое называется «Все о рыбках гуппи». Ссылку оставлю под этим видео. А на этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР.